Внимание, дисклеймер. Данное видео не рекомендуется к просмотру лицам младше 16 лет. Я тебя предупредила. Здрасте, это я. Всем хочу пожелать приятного времяпрепровождения, а также самого приятного просмотра. Ведь мы продолжаем играть в Resident Evil 8. Да, и я сегодня выгляжу так, как будто умерла неделю назад и до сих пор не в курсе. Ну, как бы все в стилистике игры, да? Я не специально, просто я сегодня выгляжу как говно, как бы, извините. Это ничто не исправит. Вот я такая сегодня. Я работала над своим лицом очень много сегодня. Это максимум, понимаете, что я сегодня из него могу выдавить. Вот. Даже Роза вздыхает, а мы с вами идем. Нам с вами нужно решить загадку с картиной, если вдруг ты забыл. Мы нашли ключ одноглазый, мы нашли дверь одноглазую. Мы, в общем-то, нашли все. Вопрос заключается в том, куда нам сейчас с тобой. В прошлой серии я сказала, что у нас вот дверь, что у нас вот дверь. И знаешь, я не хочу отсюда уходить, потому что я уже чувствую, что... Вообще здесь собрали-то, кстати. А, кстати, что там? Ты еще не смотрел? Подожди, еще раз. Оп! Ну, вдруг ты не все рассмотрел. Так, теперь открыто. А что? Кошка мяукает. А что здесь? Здесь балкон. А что мне это даст? Здесь, по всей видимости, можно спускаться. Судя по желтой вот этой вот фигне. Рос, мы... Ага, я вижу. Мы обязательно туда сейчас спустимся. Подожди, я еще одну дверь проверю. Что у нас здесь? Ах ты ж, вот она. Подожди, а это кто-то, змея, черепаха? Кто? Кто это? Кто это? Это змея или черепаха? А это здесь что? Здесь закрыто. А, подожди. Угу. Я понял. А что тогда, скажите мне, вот там? Давай сходим. Ну, интересно же, правильно? Так, ничего здесь не сломается? Фу. Так, здесь трава. Это хорошо. Так, а здесь еще одна дверь. Сейчас мы сходим сюда. Подожди. Так, здесь нычка. Отлично, реагент. Так чешется лицо опять. Как резидент, так чешется лицо. Как вообще? Как... Это где я? Обломки. Теперь вы можете создавать предметы, используя для раздела. Хорошо. Что? Порох плюс ржавые обломки — это патроны для дробовика. Самодельные бомбы, порох плюс ржавые обломки плюс травы. Видела дробовик столовый. Да, это может поможет мне сбежать. А что, сейчас надо делать бомбу, да? Нам, смотри, нам дали траву, нам дали реагент, нам дали, вот лежит порох. Секунду. Ты чё кричишь? Чё случилось? Плохо опять? Что? Продолжаем. Так, это все, конечно, хорошо, но я предлагаю... Вот это мы сейчас куда пойдем? Я предполагаю, что мы сейчас зря сюда суемся. А это мы где? Ага. Ага, я поняла, да. Но ближе, конечно, было через гостевую комнату пройти. Но давай пройдемся... Блин, а там этот, да, был? Этот самый. Ну, мы можем сюда пойти чисто ради каких-нибудь полезностей. Потому что здесь явно что-то есть. Так, ну что? Давай воевать с тобой, друг мой. Ой, что такое? Подожди. Что случилось?
Я не хочу тратить на него. Ты умрешь? Не надо тянуть ко мне грабли. Так, хорошо. Не хочу я сильно тратить свои белые вот эти штуки. Свой заряд, так скажем. Он здесь был один, поэтому как бы смысл. Смысла в том, что... Зря спорить смысла не было, вот так скажу. Так, отлично, еще реагент. Все забрала. Я ради одного реагента сюда шла? Серьезно? Ради одного реагента я сюда шла? Одного? Так, здесь зал вот это вот подмывание, омовение. Так, ага, ну возвращаемся сюда же. Все, отлично, отлично, шикарно просто, я считаю. Давайте еще, раз уж мы здесь, давайте еще раз сохранимся. Why not? Господи. Так, сюда нам, да? Уже сюда? Да, нам сюда. Хорошо. Так, ну это мы обошли. А теперь можно вернуть картину на место. Если у нас будет хорошо, все будет замечательно, просто шикарно. Спокойно. Так, а мы здесь больше никуда, да, не можем пройти, по-моему? Господи, я все время боюсь, что они встанут. Надо же, какая ты у нас настырная. А что ты хочешь сказать? Ну, гулять где хочешь, я не позволю. Так я не гуляю, я иду. У меня дела. Пожалуйста, быстрее. Ой, а мне аж как поплохело. Нет, пожалуйста. Ноу. Спокойно. Ля, пацаны. Пацаны, это плохо. Все, он же сюда не зайдет. Он же не зайдет сюда. Он же сюда не зайдет, правильно? Правильно, все, пробежали, молодцы. А, молодцы, шикарно. Так, куда теперь у нас столовая? Здесь у нас дробовик, который мы не можем подобрать. Значит, все-таки это будет дробовик. Хорошо. Отлично. Давайте я еще раз. Я еще раз сохранюсь. Да давай перезапишем, в принципе. Че нам терять-то? В этой жизни. Перезапишем сразу. Так, и идем на второй этаж. Возвращать картину. Так, я не поняла, это была змея или это была голова черепахи? Что-то как-то я не вкурила. Подожди, может посмотрим? Может мы посмотрим в конце концов? Нет. Так, картина со змеей — это змея. А, кстати, можем маску назад вернуть? Пока мы здесь. Вот давай, у нас же две маски. Давай наденем. А чё? А есть какая-то разница? Подожди. Можно вставить. Подожди. А тут же, наверное, какой-то смысл, да, особо есть. Так, смотри, ну это с тремя. Так, подожди, давай посмотрим. Сейчас мы сразу. Изучить. Ну-ка. Две тырдочки. Две тырдочки — это хорошо. А у этой сколько тырдочек? Сколько тырдочек? Одна тырдочка. Хорошо. Господи, ну зачесался. Так, одна тырдочка и две тырдочки. Вот сюда, значит, одна тырдочка. Ага. Бронзовая сюда надевается. А здесь... Ага. Так, а здесь две тырдочки. Давай сразу. Две тырдочки. Ага. Все. А мне бы, наверное, не дали надеть маску не туда. Сказали бы, наверное, ты куда ты мастыришь ее? А, ну, отстань. Да, я не хотела вставлять сюда картину, Роза. Я и так все прекрасно понимаю. Пойдем. Пойдем решать загадку с картиной. Пойдем, Роз. Сейчас все решим. Сейчас Роз, подумаем хорошо и решим. Так, нам сюда, по-моему. Спокойно. Кто-то бугуртит. Чем-то шумит. Так, бабочка, по-моему, не шевелилась, да?
Бабочка Пау. Конечно, ну конечно, ну, но змея лягушек ест. Змея ест лягушек. Вот сюда. И? Что? Кого? Чего? А! Так, угу, конечно. Конечно, сюда змея-то ест, да. А, вот сюда лягуху. Ага. А, вот сюда кукуху, сказала бы я. Но нет, сюда змеюху. Вот так. Так. А, здесь будет трёхглазый ключ. Он решил травить меня головоломками, что ли? Да, такая себе головоломка, честно говоря. Больше ключ свалил. Так, трёхглазый ключ. Трёхглазый символ жаждет славы. Тебе даруют золотую маску. Ой, мне надо. Золотую маску мне очень сильно надо. Спасибо. А, спасибо. Практически нащупали мы маску. Уже практически ощущаем ее в своих руках. Поэтому мы с вами идем сейчас. Да что за страшные звуки? Я сейчас еще раз сохраню. Мы берем с тобой дробовик. И становимся убер неубиваемыми женщинами. Прям вот убер. Как такси. Так. Хорошо. Замечательно. А, первое, куда я пойду... Это что? А, книжки. Я думала, что дерьмо лежит. Первое, куда я пойду, это сюда. Потому что мне сюда надо. Я заберу дробовик. Ага. Ага, прикладывай. Гони назад. Я надеюсь, не будет загадки с тем, что я сейчас возьму и все закроется. А дробовик? А, ладно. Это упростит задачу. Да, только мы особо этим пользоваться не будем, Рос. Я не это... Не хочу тебя расстраивать. Я что хотела? А, господи, куда залезла? Не хочу тебя расстраивать, Рос, но... Как бы так сказать? Отлично. Так, хилки две есть. Патрон давай еще сделаем. И еще можем... У нас... Нет, давай побережем еще. Так, возьми пистолет. Так, теперь нам с вами надо куда? А, сейчас прямо и налево получается. Я надеюсь, эта крокозабра там ушла. Да, конечно. Здравствуйте! Ой-о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 й. Ой, какие все злые, какие все плохие невоспитанные. Ой, какие плохие невоспитанные. Ужас, кошмар, беда. Так, что творится с ними? Прикладывай. Приложила? Да, молодец. Мне так нравится эта анимация ключа. Он, нифига себе. Я сейчас разглядела только что эти глаза. Ой, как много варенья. И сохранение пошло сразу. Что здесь? Здесь есть что-то? Ну, я что-то вижу, да. Да, что-то я определенно вижу. Я вижу задатки этой хрени, которую нам надо чпокнуть. Где она? Видишь? А, вон она. Отлично. Отлично, вон она. Ну, вон же она. Ну, ты что, не видишь, что ли? Ага, белая травушка-муравушка. Сейчас возьмем. Сейчас возьмем. Ага. Так, это что? Ага, здесь еще что-то лежит. Спасибо. Спасибо, благодарствую, спасибо. А вот и маска. А вот и я вижу маску. Так, а я... Не достану же, да, отсюда? Нет, ну я, конечно, могу попробовать подойти ближе, но мне кажется, это... Нет. А, подожди, а вот это над головой у нас что? Что у нас над головой? Над нашей светлой. Господи, боже. А. Это последняя маска? Да, Рос. Да. Нам надо уронить. А. Уронили, отлично. Урони. Привет. Привет. Ох ты, ёлки-палки, как вас много, ребят. Так, пацаны, а у меня знаете, что есть? А у меня есть вот это. Ой. Ой, я хоть кого-то уложила? Да, нормально. Я всех уложила?
Какая молодец. Но всех, да не всех. Кто-то... Возьми! Возьми в руку! Да я знаю, что ты... Ай! Спокойно. Идеальная дистанция для стрелка вроде меня. До свидания. О-о-о-о-о! Ай, бля! Это было больно. Спокойно! Ну ничего, у меня там есть еще лист этого шалфея. Тут наверняка есть еще ядра. Да, есть, давай применим шалфей. Так, хорошо. Ну ничего, нормально. Нормально, я в принципе думала будет хуже. Так, я вижу ядро. Тихо, наушник. Не выпадай у меня из уха. Так, отсюда сейчас что-нибудь выпрыгнет, да? Такой, ага! Так и скажет сейчас. Такой. Скучала по мне? А я им скажу, нет! А здесь нет никого. Так. А здесь нет никого. Это что такое здесь? Это что такое здесь? Это... Да, здесь будет, наверное, сейчас открыто. Подожди. Интересует меня просто. Да. Это срез. Хорошо. Спокойно, не надо открываться дверь. Так, ядро. Подожди, где ядро? А где ядро? Сейчас найдем, подожди. Я же его где-то видела. А, ну вот, надо обойти. Так, я, а я как там обойду? Я ж там не обойду. Да? Ну даже. Спокойно, кисель начинается. Вот здесь начинается кисель, спокойно. А, ну да, как бы, как я здесь пойду-то? Никак. Вопрос. Может, оно снизу где-то? Подожди. Давай сходим вниз. Может быть, внизу надо на этот рояль или чем мы там уронили встать? Здесь ничего нет. Нет, ну это не здесь делается. Давай сходим вниз. Вполне возможно там... А, там же внизу тоже, по-моему, есть эта хрень, которую надо испепелить нашей силой. Богатырской. Сейчас мы с тобой испепелим. А как мы испепелим? Мы тут не подойдем. А, ну... Нет, подожди. А! Вот же глупый человек. Вот же глупый человек я. Сюда же. Конечно. Куда? Спокойно, говорю. Спокойно. Она так, короче, метнулась быстро, что мне так страшно стало. Конечно, вот сюда. Что, надо еще подойти, да? Далековато, говорит Роза. Вот так нормально. Да, и теперь мы сможем подняться там наверх. Обойти и... Спокойно. Такой... Как будто он немного недовольный тем, что я по нему прошлась. Такой, бля. Ну что за дела? Что за воспитание такое? Почему ты ходишь по мне? Хотел сказать мне монстр. Но не сказал, потому что я ушла раньше. Что это такое? А, трава, какое счастье. Какое счастье, трава нашлась. Дай. Ой, пацаны! Так, давай с тобой так. Этот упал. А этого сейчас, конечно, было бы неплохо попробовать тормознуть. Отлично. Подожди, 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 подожди. Ой, ой, тянет руки ко мне. Ой, ко мне тянет руки. О, хочет меня обнять. Хочет обнять меня молодой человек. Смотрите, какой. Какой тактильный молодой. Куда? Куда? Ты так топил, дурак, что ли? Ты растулыть-то. Щемит только в путь. Только в путь пощемала. Так, хорошо. Хорошо. А что здесь такое? Здесь что-то интересное? Я сейчас пойду посмотрю. Подождите. Подождите, я вот здесь колдану. А то я забуду колдану. А может, зря я колду? Может, я сейчас колдану, а оно как бы это самое. Пойдет заставка. Так, а что тут такого? Есть для меня интересного? Что вы тут охраняли? Терлись тут шишками своими. Грибковыми. В этом закоулке.
Ага, отлично. Это мне надо. Ну, пока легко. Пока очень даже легко. Даже странно. Я только сейчас заметила, что у нее дробовик висит на плече. Охренеть. Когда играешь за Итана от первого лица, это так сильно... Это вообще не бросается в глаза, скажем так. Потому что ты играешь от первого лица, ты не видишь, что там у Итана с собой. Блин, такой здоровый по сравнению с Розой. Мне кажется, при выстрелах ее нахрен должно отбрасывать. Километра на три. Это же дробовик, в смысле. Спокойно. Пацаны, я быстро. Я быстро, прям вы даже не заметите. Так, а мы наверху сделали срез, и наверняка это не просто так. Хорошо. Отлично. Пока слишком легко. Что такое? Что такое? Клопы? Теперь что? Здрасте! Ой, мама. Ой, блядь. Кажется, прилетел по личику по нашему. Напоминает Элис Мадзес Ретернс. Время пробуждения, девочка. Ай, спасибо. Жаль тебя. Ты была буквально в одном шаге от кристалла, на который были возложены все твои надежды. Я заберу. Я знал, что играть с настоящей Розой будет веселее. Было бы глупо лишать тебя жизни, подобно свирепому варвару. Не желаешь ли немного продлить забаву? Давай! Но только не надо дуться. Я хочу предложить тебе небольшое развлечение. Тут много склероциев, но почти все они ложные. Как думаешь, сможешь найти настоящие? Охренеть! Да ты с ума сошел! Я тебе... Я как тебе? Тик-так, тик-так. Тебя сожрут с потрохами. Сейчас, погодьте. Погодьте, 5 сек. Да как же я должна их отличать? Опа, 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 опа. Сохраняй спокойствие. Я спокойна. Я помогу. Хорошо. Осталось всего 2 минуты. Так, чё-чё-чё? Направо, направо. Кто? Налево? А я как должна понять, кто? Направо. Направо. Ну? Так, а кто? Я же откуда знаю? Тут под бочкой. Осталось 1,5 минуты. Под какой бочкой? Тебе, под какой бочкой, твою мать? Под какой бочкой? О, спасибо. Подожди. Так, а под какой бочкой? Вот этот? Подожди, я немного не понимаю. Ну, налево. Да иди ж ты в жопу-то. А сохранение-то было, я надеюсь. Подожди. Да где? Блядь, под какой бочкой? Направо, налево, блядь. Тут... Все направо, налево. Подожди, я паникую. Под бочкой, блядь. Под какой бочкой? Я под бочкой уже все убрала. Что ты делаешь? Так. Направо. I don't понимать все, что происходит. 30 секунд. 30 секунд. Под бочкой. Под какой? Налево. Под бочкой. Под какой? Здесь нет бочки. Под какой, блядь, бочкой? Объясни мне, пожалуйста. Здесь одна бочка. Под ней нет. Ни хера. Давай, пускай. Я не понимаю. Он пишет под бочкой, а под бочкой осталось только над бочкой. Спокойно, Роза! Сейчас переиграем. Ой. Красиво. Вы сгинули. Хорошо. Я не понимаю. Под бочкой. Я под бочкой убрала все просто, мне кажется.
она не разбивается. То есть, как бы, а что я должна сделать? Сейчас, подожди, не паникуй. Это можно, по-моему, пропустить на... Как удобно. Так. Хорошо. Хорошо. Так. Сто пятидесятая попытка, ребят. Ищем нужные ядра. Уже повырезала ту его кучу. Давай, пропусти. Время уходит. А, где? Подсказку мне, быстро. Там было написано направо, налево. Вот эти две я уже пробовала. Да как же я должна их отличать? Да! Ура! Так, ага, молодец, отлично. Что дальше? Что дальше? Следующий. Где? Кто? Где? А где все? А. Так, глубокая тень, глубокая тень. Сейчас? Серьезно? Отлично, 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 не будем тратить время. Вот этот большой красивый, значит, он. Еще ничего? Он выделяется из всех. Так, еще. Ты готова к суперфиналу? Нет, я не готова к суперфиналу. Так, это... Скорее. Кого? Что? Чего? Ага. Вот это. Последнее. Да. Слава богу, все кончилось. Ребят, я тут столько времени потратила. Охренеть просто. Просто. Тыркала. Вот, кстати, вот это лево, право, под бочкой. Под бочкой. С какого перепугу? Ну, под бочкой. Ну, объясните мне, пожалуйста. Под бочкой. Я здесь все истыкала. Ну, нахрена писать под бочкой, когда под бочкой не было ровно что там ни хрена. Где вот здесь бочка? Здесь не было бочки тоже. Ну, зачем так делать? А... А, они же вообще не разбиваются, да, по-моему, у нее. Но опять же, я не... под бочкой. Вот я вот это вот не поняла. Странное задание. Я вот именно из-за этой под бочкой как раз и время потратила. Ты справилась. Да, you did it. Ой, что происходит? Что происходит? А. Без твоей помощи не смогла бы. Да уж. Я молодец. Хотела бы пони, но и это сойдет. Да уж, хреноли. Это, короче, бочка меня сбила. Сбила бочка меня с толку. Сбила бочка с толку. Я думала, я с ума сойду. Так, хорошо, давайте вернем с вами маски на место. Посмотрим, что он... Ни хрена себе тут столько всего, да? Так, а тут я все это обобрала? Нет, не все. Здесь что-то есть еще. Давай походим. А, вот что-то лежит. Что это? Патроны забыла. Это я молодец. Так, а здесь есть что? Короче, вот это задание было сложное. Просто потому, что я играла в грёбаную угадай мелодию, блин. Меня бочка смутила. Потому что было написано направо, налево, под бочкой. Я искала, блин, справа от бочки. Это у бочки, слева у бочки. И 200 раз, блядь, умирала. Ну что, у меня время выходило, а правильные они были вообще в другом месте. Замечательно, прекрасно. Просто изумительно. Так. Здесь много всего. Поэтому сейчас с вами это полазим, посмотрим. Чтобы не упустить ничего важного. Слушайте, ну я надеюсь, что больше не будет противников. Ну, как-то вот дайте немножко походить, понаслаждаться атмосферой гнетущей. Что здесь? Ржавые обломки. А, все, отлично.
Отлично все сделала. Все взяла, молодец. Молодец, хвалю тебя, Роза. Пойдем. А мы здесь, по-моему, были. По-моему, мы в самом начале здесь проходили. Первой серии, если я ничего не путаю. А может, и путаю. Кто же его знает? А, кто же его знает, тоже мне скажет. Так, а здесь что-то есть у меня интересное? Здесь вообще такое чувство, как будто бы здесь проход был когда-то. Я только надеялась на то, что тебя, дебила, здесь не будет. Последний был выпущен зря. Последний патрон был выпущен зря. Да, по-моему, мы здесь были, ребята. Что-то прям уж больно знакомое место. Или, может, я здесь за Итана была, поэтому я помню. Не знаю, странное чувство. Вроде бы ходишь, такое ощущение, что ты здесь был. Но вполне возможно, что мы здесь были за Итана. Да даже не вполне возможно, скорее всего, мы здесь были за Итана. Так, а, в оперном зале мы так и не забрали эту самую. Как ее? Какая гадость. А, кухня. Угу. Ну, сейчас пошлите через кухню. Показалось там. Нет, это место я помню, да, здесь мы были за Итана, мы здесь убивали первую сестру, эту дочь Димитреску. Здесь был, по-моему, бой с ней. Мы еще, по-моему, там была дырка, по-моему, вот здесь, если я все правильно помню. А может, она и не была здесь, не знаю. Ну, не такое ощущение, что была. Так, нам сюда с вами. Через забров, а я... Кто? Осталось чуть-чуть. Да я поняла. А, ну мы с вами можем пройти здесь, не идти через улицу. Даже пошла? Ага. Я наконец избавлюсь от способностей. Да они так здорово вручают, либо не твои. Сказать по правде, они у меня так давно, что без них будет как-то не по себе. Будь осторожней. Знаю. Так, сейчас сохраняемся. Это совершенно точно я тебе говорю. Совершенно точно я тебе говорю, толкую прям сразу. А, ну мы там сохранялись, в принципе, да? Да, мы сохранялись. Не будем пока сохраняться. Мы сохранялись там. Идем с тобой за золотой маской. Забираем ее, вставляем и смотрим, что у нас будет дальше. И на этом серию заканчиваем. По идее, и так должно случиться. Так, и что теперь? А, все, я понял, да. Сейчас сюда. Отлично. Потом сюда. Мы, видимо, для этого здесь освобождали. Освобождали проход для этого здесь. Да? Да. Через библиотеку. Господи, опять через эту библиотеку. Кажется, проще было бы, если бы мы пошли через низ. Тут сейчас опять эти вылезут, да? По-любому вылезут. Скажут, о, опять ты, Роза, пошли с нами тусить. Мы тебя любим. Хотим от тебя детей. Вот это сейчас начнется, да? Нет, не начнется, нормально. Хорошо тогда. Тогда я, в принципе, довольна. Ага, да. Знаю, где я. Знаю. Пойдемте. Это как раз-таки мы вот сегодня открыли здесь сюрприз. Пойдемте, заберем эту маску. Жопу нам из-за нее надрали сегодня. Капитально. А у меня жопа сгорела из-за нее сегодня. Тоже капитальная. Нужен ремонт жопы сегодня. Ну правильно, ну бочка, блин, ну под бочкой, ну кто так пишет-то, ёлки-палки. Ну я все у бочки утыкала, блин. А оно оказалось вообще с другой стороны. Спокойно! Всех попереубиваю, нахрен. Я не в духе. А у нас была маска, да? Маска. Почему у нас
нас не забрали маску? Почему герцог не забрал у нас маску? Что сделал? О, загорелся. Хорошо. Дальше. Ну что, прощай, замок Димитреску, да? Сейчас игра закончится. Сейчас мы освободим себя. Поздравляю, зайчонок. Ты вполне заслуживаешь такой награды. Его легко спутать с настоящим, да? Что? Само собой, это Гольди. В этом стратуме таких ценных вещей нет. Ты правда думала, что я расстанусь с такой драгоценностью? Это лишь приманка в ловушке. Не надо тянуть руку ко мне. У Итана ты мне нравился гораздо больше, козел. Ты был такой радушный. Опять мы где-то просыпаемся. Что за дела? Очень серию закончим или так и будем 200 лет воевать? Теперь повеселимся. Да ты задолбался своим весельем. Мне не весело. Мне не весело. Начнем веселье. Издеваешься? Я должна драться с ним? Давай. А я знаю, да? А вот так. Вот, конечно. Хорошо, приятно-то как. Ой, хорошо, давай. А ты где? Подожди. Давай. Нашла время перезаряжаться, Майк. Ой. Так мы же нашли. Давай. Ну я понимаю, куда бить. Ой, ему не нравится. Подожди. Ой-о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 й. I'm sorry. Что ты умеешь? I'm so sorry. I'm so fucking sorry, блин. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я забываю все время, что ты здесь. Я думаю, что я здесь одна, парень. А, подожди. I'm so, еще раз sorry. А у меня были патроны, почему? Why? Ай. Подожди, а что-то я могу... Так, срочно мыться. Это еще не все, подожди. Подожди. Можем? Конечно, можем. Я одну хотел... Рукодельница, отлично. Отлично, рукодельница. Так, рукодельница-то хорошо, рукодельница-то замечательно. Давай возьмем. Возьмем. Так, ну, мне должно хватить, да? Он ну мёртв? Ты чё? Я справилась? Фу, давай возьмём. Да, быстрый доступ. Видишь ты какая! А ты думал! Развее, чем все остальные, зайчат. А ты думал, я такая простая, что ли? Кто? Пора изменить правила! Где? Кого? Чего? Зачем? Для чего ты это делаешь? Объясни мне. Ударь его! Run for your life! Run for your life, дорогая! Отлично. Ага. А, подожди, третий. Да, отлично. Так, отлично. Это настоящее развлечение! А что там происходит сзади меня? Это шикарно! Пока! Вот, ёб твою мать! Пр-
прострелю ему коленную чашечку когда-нибудь. Так, а что делать? Какой странный пойдет? Ага, ага, понял. Понял, принял. Это самый унылый бой из тех, что я видел. Да ладно, прям самый нудный? Ей это не должно сойти. Ах ты, ёб твою мать! Не надо, пожалуйста. Роска. Так, это плохо. Это плохо, подожди. Подожди. А, ну нормально, нормально, живем. Живем, в принципе, хорошо. Моемся. Моемся, попу мыть надо каждый день. А, подожди. Да, Етишкин. Так, как говорил дядя Гейзенберг, завали Хайло, пожалуйста. Ой, умоляю. Ой, как хорошо. Так, возьми, возьми, возьми. Давай потратим один патрон, но он зато ляжет сразу. Он зато сразу ляжет. Так, а вообще-то на самом деле... Да, это... Ай, бля. А, подожди. О, это что? Это что? Это что? Это что? Это что? Возьми это. Бери. Колба, что-то там с вариантом. Давай, 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 давай. Колба, что-то там с каким-то вариантом, где он? Ага, ага, ага. Ой-ой-ой, а вот это плохо. А, нормально. Так, давай еще. Так, бежим, 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 оббегаем. Фу! Они темные твари! Я на тебя надеялся! Сосни себя, пожалуйста. Ничего. Смерть придет. Рано или поздно. Ай, ну поплачь. Какой он? Такой, а? Женственный такой парень, какой грациозный. Так, беги. Рун написано, давай. Куда? Рун. Туда. Сюда. Давай. Роска, рун. Рун, давай. Что? Ну допрыг. Допрыгай. Вот, как говорится, твои слова водиться так не годится. Все вниз и вниз, ребята. Все вниз и вниз. Да, вот этот вот, конечно, это... Ну, на самом деле, он не такой уж сложный. Просто его, как бы, это... Стопишь и расстреливаешь, в принципе. Я больше паниковала. Меня больше в сегодняшней серии выбесила бочка, чем этот парень. Теперь ты где? А теперь ты у Беневента, все нормально. Сейчас пойдем еще больше пугаться. Более глубокий стратум. Стратум? Да. Ну, говорил же герцог. Чем глубже, тем труднее сбежать. Уходи, пока можешь. Да не пойду никуда, отстань. Я не хочу уходить. Вот именно. Мне надо найти кристалл. Ой, Роска! Я не стала от насмешек. Я хочу дружить. Хочу жить нормальной жизнью. Без этой силы. Херня. Этот очищающий кристалл может мне помочь. Он меня вылечит. Я никуда не уйду, пока не отыщу его. Хорошо. Упрямая. Да, и что? Что напишет вся в отца. Ну, пойдем искать. Отлично. Так, и сохранение прошло. Ну, искать мы пойдем дальше, ребята, в следующей серии. Ох, сегодня прям такая хорошая, бодрая, да, серия вышла? Прям нормально. Смотреть будет интересно.
Вот. Что могу сказать? Этот тип не такой сложный. Ну, вообще, я могу сказать, не сложный. Просто, типа, его стопоришь, и все. И вот, вот тебе счастье. А, место, куда стрелять, вот такой херней светится прям тебе в лицо. Там невозможно, мне кажется, протупить. Меня больше выбесило задание с сложными этими склероциями. Вот. Потому что есть какая-то бочка, она мне еще не в кошмарах будет сниться. Так, ну что, давайте с вами заканчивать. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Если это так, то вы обязательно подпишитесь на канал, если еще почему-то не подписаны. И также поставите лайк под этим видео. Не забывайте писать комментарии, они продвигают видео и делают приятно моей прекрасной душе. Также, очень важно, да, не забывайте про полезные ссылочки, где написано, где написано, в принципе, все. А именно, моя группа ВКонтакте и мой Бусти. Ребят, ВКонтакте это очень важно, особенно сейчас, среди последних событий, когда хрен знает, что будет с нашим дорогим Ютубом, если вдруг что-то не так произойдет, то я буду, в принципе, там. Вот. Поэтому группа ВКонтакте, обязательно переходите, подписывайтесь, ссылочка как бы у вас здесь на экране, ссылочка в описании, ссылки они есть везде, в принципе, на моем канале, прям ту же ссылка есть на мой ВК, пожалуйста, переходите, подписывайтесь, все для вас. А я надеюсь, что эта серия вам понравилась, я думаю, уже говорила, я еще раз напоминаю, я очень сильно на это надеюсь. Увидимся с вами в следующих выпусках, в следующих прохождениях. С вами была Лаванда Рэй, Resident Evil 8, Shadow of Rose, и всем пока-пока.